Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас 7 октября 2022 года, и мы продолжаем цикл «Пять композиций с авторов ожившей поэзии». Сегодня нашим соавтором будет замечательная поэтесса Светлана Шиманская. И вы услышите такие композиции. Музыка исполнения везде Самуила Фрумовича, а стихи Светланы Шиманской. Такие композиции, как «Важно создавать себе настрой», далее «Миров несбывшиеся грезы», затем «Я в любви лечу до небесной выси», далее «Любовь и вечность, невидимые нити», и закончим мы сегодняшний выпуск композиции «Даже в мыслях никого не обижай» на стихи Светланы Шиманской. Музыка исполнения везде Самуила Фрумовича. Итак, начинаем с композиции «Как важно создавать себе настрой». Стихи везде Светлана Шиманская. Музыка исполнения везде Самуила Фрумовича. Стали мысли
позволи творить нам чувством напои, чтоб мысли стали мудростью богаты. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фомович. Музыкальная композиция «Экскром». Как важно создавать себе настрой. Стихи Светланы Шиманской. Музыка исполнения Самуила Фомовича. Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экскром» на стихи замечательной поэтессы Светланы Шиманской. Композиция называется «Миров несбывшиеся грезы». Музыка исполнения Самуила Фомовича из цикла «Ожившая поэзия».
Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович. Музыкальная композиция «Экспромт миров. Несбывшиеся грезы». Стихи Светланы Шаманской. Музыка исполнения Самуила Фрумовича. Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи замечательной поэтессы Светлана Шуманская. Композиция называется «Я в любви лечу до небесной выси». Музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия». Мы с тобой парим в вышине безмолвной,
выше небесмолвной вечности твори. Волны зримы холодной. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович, музыкальная композиция «Экспромт». Я в любви лечу до небесной веси стихи Светланы Шуманской, музыка исполнения Самуила Фрумовича. Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи замечательной поэтессы Светланы Шуманской. Композиция называется «Любовь и вечность, невидимые нити». Музыка исполнена Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия». Как сильно пульсирует нить.
Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович, музыкальная композиция «Экспром», «Любовь и вечность», «Невидимые нити», стихи Светланы Шиманской. Музыка исполнения Самуила Фрумовича. Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи замечательной поэтессы Светланы Шиманской. Композиция называется «Даже в мыслях никого не обижай». Музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия». Здравствуй, душенька, ну как тебе в себе? Сколько дел ты собираешь, урожай? Под бесстрастным взором с камера небес, даже в мыслях никого не обижай. И на этом, друзья, заканчиваю концерт из произведений на стихи Светланы Шиманской. Спасибо вам за внимание. С вами был Самуил Фрумович. Всего вам доброго. До новых встреч.